достаточно туго, так вот, чтобы чувствовалось. Аккуратненько сюда. Большая часть молодых мам уже давно отказались от пеленания ребенка, но такая процедура необходима в первые пару месяцев, говорят психологи. Ирина Французова, председатель Центра по поддержке семьи и семейных ценностей, уверена, что психологически новорожденный так чувствует себя лучше. Знаете, есть такое выражение, как будто он пугается своих рук. Конечно, он не пугается своих рук, просто он привык, что рука идет, а там дальше мама. Вот он привык, что мама – это что-то вокруг. Поэтому пеленать свободно, хоть как-нибудь. Просто ему приятнее и комфортнее так будет лежать, потому что это ему знакомо. И он, значит, будет понимать, что я дома, я с мамой, все хорошо. Но пеленки – это не самое важное. Сейчас некоторые родители памперсами предпочитают подгузники. Сегодня волонтеры продемонстрировали молодежи, как можно сделать их более гигиеничными. Такой необычный мастер-класс выбран неспроста, говорят члены Народного фронта. Активисты молодежки УНФ также подчеркивают, что подобные практические занятия – это не что иное, как подготовка к выполнению майских указов президента. Как известно, в мае 2017 года президент издал указ, то, что период с 2018 по 2027 – это десятилетие детства. Цель данной программы – это усовершенствование государственной поддержки детям. Пока будущие уже опытные родители овладевали разными техниками пеленания и складывания подгузников, маленькие гости праздника вместе с членами молодежки УНФ учились запускать в небо воздушных змеев.